сейчас Шатару Ставели, да? Едем по Шатару Ставели. А, вот сейчас мы будем подниматься на Мукими. Посмотрите, какое у нас небо. Погода прояснилась. С утра лил дождик. Дожди. Поверните направо. Прекращаются в Ташкенте. С конца идут дожди. Сейчас вышло солнышко. Сразу стало тепло. Вот сейчас мы поднимаемся на Мукими. Это новый мост. Ну как, сравнительно новый. Который, видите, поднимается на улицу Мукими. Кстати, по улице Мукими вот хорошие у нас есть, знаете, вот такие кафе, рестораны. И, кстати, вот за ними там есть еще речка. Знаете, летом там вообще просто прелесть. Потому что там стекает вода и стоят вот эти столики прям как по берегу, можно сказать, речки. Очень красиво. Вообще-то у нас весна бывает очень короткой. После вот, ну не знаю, как в этом году, конечно, потому что столько дождей и осадков никто не ожидал. Мы не привыкли жить под таким дождем каждодневным. Но вот когда выходит солнце, сразу, знаете, меняется настроение, по-моему. Вроде уже, да, потеплело, но вот когда идут дожди, постоянно как-то это непривычно. Да. Сейчас вот мы видим новостройки по улице Мукими. Новопостроенные дома. Высотные. Здесь уже люди заехали, живут. И магазины тоже, видите, все работают. Рестораны. Знаете, у нас метро Хамза. Ну, сейчас мы поднимаемся на мост. Метро Хамза. Это раньше называлось. Сейчас называется метро Новза. Новое название. Вот так мы поднимаемся на мост. Разворот.
после дождей воздух чистый, да, у нас наконец-то. Я вот чему удивляюсь, у нас 20 дней дожди шли, да. Потом один день вроде как прекратились, на следующий день опять дождь пошел, но он какой-то грязный. Грязный был, да, действительно. Угу. Да, машина сейчас. Да. Вот у нас сейчас, видите, видимо, экология такая, потому что действительно. И раньше вот в Ташкенте, куда ни посмотришь, там горы видно, да, раньше было? А сейчас, знаете, если вот уже как-то не очень видно. И дожди идут действительно грязные, прям вот, знаете, одежда, вот даже, да, ну, машину уже и говорить нечего. Так что... стадион Буньотгор, большой стадион. Здесь у нас проходят матчи футбольные. Знаете, когда гости приезжают из других стран, здесь у нас футбольные матчи проводятся. Так, ну здесь вот наш Чинадзар. Для наших соотечественников, которые в Корее. Ну да, и в Корее. По всему миру, знаете, смотрят. Вот, знаете, по левой стороне мы сейчас проезжаем Сингапурский университет. Институт он называется, Сингапурский, в Ташкенте.